Уважаемые мам, в 2013 году молодые люди из Сатпаева отправились в Сирию, чтобы присоединиться к джихаду. 2013 год это время, когда проповедь по всему Казахстану не была под наблюдением. Поэтому представители религии радикальной направленности

Но в то время все было доступно. Эти пропагандисты, в первую очередь лидеры, вели пропаганду джиха. Молодые люди, недавно принявшие ислам, эмоционально верили,

Сыграл ли интернет большую роль? Здесь сыграла роль, во-первых, влияние интернета, а во-вторых, влияние экстремистских лидеров, которые потом стали широко известны по всему Казахстану. Все уважали и прислушивались к их учениям. Какие работы были проведены с радикалами? Как только мы осознали свою ошибку, мы стали уделять много внимания этому направлению. Конечно, духовное управление мусульман Казахстана и внутренняя политика в этом вопросе вскоре начали системную работу. В результате личных бесед с радикально мыслящими людьми и работы с ними, Сегодня масштаб пропаганды сведен к минимуму. А многие фактически радикальные мыслители изменили свои взгляды и сегодня признают свою вину.

И мы говорим слова поддержки тем, кто вернулся в то общество, которое знали до Сирии.